Я хочу вам сказать, те люди, которые растят дочерей или сыновей, у которых есть психические заболевания, физические, те, которые смотрят за такими людьми за деньги или бесплатно, вы очень очищаете карму себе и всего вашего рода. Это очень благословенно, то, что взрослый, здоровый человек ухаживает за кем-то, и неважно, какие вы ставите задачи, там, они у вас коммерческие или они у вас не альтруистические, связаны там с чем угодно, то наживой, то это не имеет значения. Вообще в буддизме, который я изучал, и в тибетской медицине, которую я изучал, и в аюрведе, которую я изучал, и вообще в классике, которая связана с медициной, вот в любой, всегда говорится о том, что милосердие и любовь к человеку является тем, что очень улучшит жизнь. И в тибетской медицине, и в индийской медицине говорится о том, что это кармически делает человека возвышенным. То есть дети живут потом лучше. Чем больше человек помогает другим людям, тем лучше у него судьба. Поэтому досматривать за особо болеющими, досматривать за особо страдающими, это такой сложный выбор, но очень благостный. Пусть вам помогает сам Бог.